За последние 50 лет население Земли увеличилось вдвое. Это самый серьезный кризис в истории человечества. Доктор Николет Кейман предложила Федерации ввести политику «Одна семья, один ребенок». Мы за лучшее будущее для наших детей. Как вы собираетесь это скрыть? Как-нибудь. Придумали имена? Их семеро. Понедельник, вторник, среда. Каждая из вас будет выходить из дому в тот день, который соответствует ее имени. За этими стенами вы будете одним человеком. Карен Сетман. Ваше имя? Карен Сетман. У вас есть братья или сестры? Нет. Ни словом не упоминайте о ваших сестрах. Где она, черт возьми? Что, если понедельник ранена или мертва? И власти найдут ее раньше нас. Нужно помочь ей. Нужно спасти ее. Нельзя недооценивать девчонок.